Всем привет! Вот и наступила долгожданная весна, которая больше похожа на лето. Впереди снова затяжные выходные. И что же ждать от погоды? В пятницу в Краснодаре будет до плюс 21. В субботу кардинально ничего не изменится. Синоптики также прогнозируют 21 градус тепла. А вот 8 марта потеплеет до плюс 22. Настоящее лето! Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск сайта «Блокнот Краснодар». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Инстаграме. Условия размещения можно узнать напрямую у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании. Милые дамы, с наступающим вас 8 марта! Будьте всегда красивы, любимы и желанны. С вами была Даша. Всем любви и хорошего настроения!